сказать. В принципе, бренд Bugatti особо не нуждается в презентации. У меня вся котель, да, ваша. Так вот, вы сами сказали все об этом. Интересная инсталляция просто, разноцветная. Да, они просто окрашены, особо ничего такого. Единственное, что покрасили, чтобы привлекало как-то внимание, был некий контраст. Просто когда мы его поняли, знаете, да, так? Я покажу. Это Гранна Регон. Видел? Ага. Фоточку видите? Вижу. Вот. Это 100% Регон. Это у Гранна стало бы интереснее. Вот. Они там 83 градуса, не только есть усиленные. Все, значит, по старинке. Снимается, поджимается. Все, значит, как все и было. Все то, как и было, да? Да. Просто определенный момент они запланировали подделкой. Ну и, соответственно, ну а как вы относитесь, так сказать, мы в прошлом году задавали этот вопрос. Тут же на выставке представлен бренд Федерико Бугатти. Федерико Бугатти – это котельное оборудование, татарское, в кавычках итальянское. Да, даже так. Башки вы придумали. Да, да. В этом, как бы, полистайте Инстаграм. Хорошо. Вот, там все в этом. Ну, скажем так, в принципе, лейбл отличается до полностью. Ну, согласен полностью, но лейбл Bugatti Veyron и так далее тоже отличается. Согласен. А что-то, вот, ну, скажем так, вот, по сути, только прокладку улучшили, а так все идет своим чередом, грубо говоря, да? Суппортная футура всегда нужна. Поддерживают свое имя и поддерживают качество. Возможно, работают над какие-то улучшения, возможно, визуально оно незаметно. Да, и еще сотый раз пытаются в этом качестве. Согласен. Тоже. Это все. Ну, спасибо большое. Пожалуйста. Принципиально в этом году не берем эту. В прошлом мы